На першому міському розпочинається проект «Код доступу», друзі, програми, в якій завжди ми говоримо про актуальне. В студії Олександр Філєєв. Вітаю усіх, чиї приймачі налаштовані на хвилю найінформативнішого радіо нашого міста. І, як казав раніше, сьогодні в ефірі поговоримо про новий штам Омікрон. Чи варто його так боятися, як про це пишуть усі засоби масової інформації? Можливо, дізнаємось, чим він відрізняється від цієї ж дельти, якою нас так само лякали дуже страшно. Поговоримо про вакцинацію, поговоримо про статистику вакцинованих людей, поговоримо про щеплення від грипу і про ревакцинацію. Ось такий план, принаймні, я собі накидав для зустрічі із директоркою Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Оленою Колоденко. Радий бачити вас в нашій студії. Добрий день. Отже, давайте розпочнемо із цього страшного і жахливого нового штаму Омікрон. Що про нього взагалі на сьогоднішній день відомо? Ну, давайте начнемо, наверное, еще с самого начала. Да? То есть есть определенные законы эпидемиологии, которым уже сотни лет. И за последние эти сотни лет, ну, никто ничего нового уже не придумывает. То есть есть определенный цикл развития любой вирусной инфекции. Вирусы опасны тем, что они мутируют. Они мутируют очень быстро. И, возможно, как бы два пути развития. То есть или они мутируют и становятся слабее, или они мутируют и становятся сильнее. То, что мы видим на примере коронавируса, последние несколько штаммов, каждый был опаснее предыдущего. То есть клиника была более тяжелая, смертность была более высокая, процент зараженных людей увеличивался. Что касается нового штамма, пока непонятно. То есть на сегодняшний день еще не так много данных для того, чтобы анализировать, но ясно одно, вирус в очередной раз мутировал. По какому пути он пойдет? По пути легкого течения или по пути тяжелого течения? Все-таки все зависит от того, какое количество людей будет вакцинировано. И это... Но это уже фактически закон, это то, что известный факт, это то, что мы видим на практике, так и работает. То есть те страны, которые смогли провакцинировать большую часть своего населения, они, конечно же, ну, можно так сказать, защитили свое население от нового тяжелого от нового витка мутирования вируса и от тяжелого течения этого заболевания, потому что по-другому быть не может. То есть вакцинация, она защищает наш организм, она готовит наш организм к встрече нового, даже нового штамма, хотя он не такой, как другой. В отличие от естественной иммунного ответа, то есть мы вот говорят, у меня естественный иммунитет, но человек переболел одним штаммом вируса, он может заразиться другим штаммом вируса. Когда человек вакцинирован, он получает более широкую, организм получает более широкую информацию, и вероятность того, что будет работать вот этот вот перекрестный иммунитет, то есть вакцинировали в общем от одного вируса, но разные штаммы могут как бы испугаться, да, и заболевание не будет таким сильным, не будет таким выраженным, и все равно вот эта вот передача инфекции от одного человека к другому, если люди вакцинированы, она уменьшается, то есть мы все равно сокращаем эту цепочку, мы все равно в каком-то месте разрываем эту цепочку, и вероятность победить, глобально победить этот вирус, конечно же, увеличивается. Ну, якщо, коли дельта почала гуляти по населенню всього світу, так і дібралася до України, то основні виробники вакцин на сьогоднішній день, ну, принаймні, там, Pfizer, один із найпопулярніших на сьогодні, там, Moderna і навіть AstraZeneca, так, вони говорили про те, що щеплення цими вакцинами, воно, ну, убезпечують зараження цим новим штамом, і там називали якісь відсотки, як вони убезпечують від цього. То що стосується Омікрона, то навіть усі ці фармацевтичні гіганти, вони не знають, як це все трапилось. Фахівці
Всесвітню організацію охорони здоров'я. Вони говорять про те, що не виключають мутацію коронавірусу в Африці, так, у Південній Африці, у людини, яка хворіла одночасно із, ну, якоюсь там сезонною хворобою, там грип чи нежить, ОРВІ якийсь, і ось це дало поштовх для мутації коронавірусу. И до штамма омикрон. Так и может быть? Да, конечно, все может быть. То есть вирусы, они... Ну, вот еще раз повторю, в этом и опасности вируса. Они пытаются выжить в этой окружающей среде, они пытаются защититься. И они делают все возможное для того, чтобы остаться в этом мире и иметь свое место под солнцем. Но, к сожалению, или к счастью, это процесс все равно управляемый. Угу. И управлять мы им можем. Вакцинируемся, защищаемся. Вероятность того, что вирус будет распространяться и скрещиваться с другими вирусами, значительно уменьшается. Ну, мені здається, що навіть людина, яка далека від медицини або вірусології, ну, логічно може дійти до того, що, ну, навіть вакцинуючись від певного штаму коронавірусу, так, мутація може як мінімум у легкій формі завдати, конечно, по людині, конечно, так? Конечно, конечно. Ось ця база, яка, конечно, вона є, да, вона убезпечує, конечно, саму людину. Конечно, конечно. То есть є клеточная память именно конкретно группе вирусов, да? А штаммы, да, они могут мутировать. И даже сегодня на практике мы видим, что люди вакцинированные, они болеют. Но я хочу сказать, что большинство людей, которые вакцинированы, они переносят заболевания в легкой форме. Конечно же, есть единичные случаи, которые требуют и госпитализации, и какого-то более серьезного лечения, но это не так глобально, как было, ну, даже в прошлом году или в начале осени, да, когда количество вакцинированных людей было значительно меньшим. Это, ну, мы видим то, что творится, происходит у нас, и мы видим то, что на сегодняшний день происходит в более развитых странах. То есть чем страна богаче, тем выше процент вакцинированных людей. Так, погоджуюсь. Тут навіть і до соціологів йти не варто, аби цю інформацію підтвердити. Я до чого хотів, щоб ми про цей штам поговорили, тому що, ну, ЗМІ трохи, я не знаю, нагнітають, не нагнітають, або висвітлюють цю інформацію на тлі того, що вже у Росії цей омікрон з'явився, поруч з нами, у Румунії, у Польщі, так. Це ж все усі наші сусіди. І те, що на руку антивакцинаторів грає, це те, що люди, які підхопили цей коронавірус, вони були двічі щеплені. І ось тут починають вже пальцями тикати і говорити про те, що нащо тоді вакцинуватися і що таким людям сказати. Я розумію, що це, ну, безглуздя, що це неправильно, і свідома людина має себе убезпечити у будь-якому разі вакциною, так? Але ж накаляють обстановку. Ну, здесь надо только проводить какие-то вот такие разъяснительные беседы и говорить о том, что есть умные люди, есть ученые, которые уже все просчитали, которые смоделировали разные ситуации, которые знают ответы на очень многие вопросы. И ко многим ситуациям нужно, ну, наверное, просто прислушиваться и понимать, и верить, наверное, вот тем научным данным, научным исследованиям. Потому что, когда проводится какое-то научное исследование, оно базируется не на том факте, как было у меня, у моего соседа или у моего коллеги, а это такое, ну, клинические исследования, это собирательное понятие, когда проводится очень большое количество исследований, когда все эти данные анализируются и когда выявляется какая-то закономерность. Потому что в любом клиническом исследовании есть, ну, бывают разные отклонения, но выбирается то, что статистически более правильно. То есть те случаи, которые случались значительно чаще. И после этого даются рекомендации, после этого даются советы. Поэтому как бы антивакцинаторам не хотелось,
Ну, вакцинация, или, ну, наверное, может, это даже не то, что громко говорить, но вакцинация спасла мир. Благодаря вакцинации мы избавились от очень многих инфекционных заболеваний. Мы избавились от людей, которые, ну, не избавились неправильно, а мы не допустили появления людей, которые стали инвалидами в результате болезни, например, полиэмилита. Так, то есть это та вакцина, виспа. Это оспа, да. То есть, ну, это действительно страшные заболевания. Это дифтерия, от которой огромное количество людей умирало, и сделать ничего нельзя было. Это та же самая корь. Хотя говорят, да, что там этой кори, а когда гибли целые семьи, это же страшно было. Фактически то же самое происходит и у нас сейчас, когда действительно есть такие случаи, когда умирают просто семьями по 3-4 человека. И когда это происходит сейчас в нашем современном мире, когда, ну, и медицина на достаточно высоком уровне, ну, мне кажется, это просто, ну, страшно. Все равно і більш того, це вагомий аргумент для антивакцинаторів, тому що, як ми бачимо, ті ж самі засоби масової інформації повідомляють про те, що і в Америці найвідоміший антивакцинатор помер від ковіду і в Ізраїлі, і причому це ж те, про що ми з вами говорили, найрозвиненіші країни світу. Звісно, поэтому, понимаете, ну, не надо изобретать велосипед там, где он уже существует. Его можно усовершенствовать, его можно модернизировать, его можно, ну, с ним все что угодно сделать, но основная база знаний на сегодняшний день есть. И вакцинат, ну, никто ничего лучше не придумал. Нету волшебной таблетки, к сожалению. Так. Которая бы вот при появлении первого симптома мы дали эту таблетку, и мы человека вылечили. И иногда же бывает так, что вроде бы и течение легкое, и нам кажется, все хорошо с этим человеком. И мы в какой-то момент даже расслабились, сказали, да, уже как бы все, ты пошел на поправку, а потом что-то идет не так. Почему так произошло, сложно сказать. И если мы говорим о вирусных инфекциях, то здесь вот такой вот даже специфической профилактики, ну, препаратами нету, да, вот мы при первом симптоме там начинаем что-то давать, антибиотики, это не препараты профилактики ни в коем случае, так. То есть их можно давать только тогда, когда есть определенные показания для этих препаратов. Поэтому у нас вот таким вот методом исключения на сегодняшний день только вакцинат. Ну, сподіватимемось, що таки достукалися до тих, хто ще сумнівається робити собі щеплення або ні. Що стосується темпів вакцинації у мерії, принаймні з вуст виконуючого обов'язки директора муніципального департаменту охорони здоров'я Левона Нікогосяна, сподіваються, що до початку січня або навіть вже у грудні буде вакциновано 500 тисяч мешканців Одеси. Чи відомо, скільки на сьогоднішній день вакциновано, аби розуміти ось цей оптимістичний з огляду на бачення одеських чиновників показник в півмільйона? Я думаю, що, мабуть, так воно і буде, тому що вже на сьогоднішній день вакциновано більше 600 тисяч людей во всей Одесской области. Mm-hmm. То есть, конечно же, большая часть — это именно жители города Одессы. Поэтому я думаю, что эти все цифры очень реальные. Тем более, что наша и муниципальная власть, и департамент здравоохранения делает все возможное для того, чтобы это было осуществимо. То есть мы постоянно открываем новые пункты вакцинации, мы открываем центры массовой вакцинации. На сегодняшний день нету дефицита вакцины. То есть у Немає. Нас сегодня любой человек может прийти и выбрать. Если мы раньше ставили какие-то ограничения, то сегодня никаких ограничений нету. Хочешь Pfizer — пожалуйста, Pfizer. Хочешь AstraZeneca — пожалуйста. Хочешь Moderna — CoronaVac. Нету проблем на сегодняшний день с вакциной. Только приди и провакцинируйся. Уже и центры массовой вакцинации у нас, если раньше работали только на выходных, сейчас работают каждый день. Мы работаем 7 дней в неделю. О, все условия. И вы так само. И мы Коли так само. Коли вы відпочиваете? Ой, не спрашивайте.
Добре. Ну, тобто це цілком реальні показники, і досягнути їх так само можливо, тож... Тобто потрібно мати бажання кожного одесіта знайти час для себе любимого, прийти в ближайший центр массовой вакцинации или к своему семейному врачу, потому что практически все амбулатории сейчас вакцинируют, вакцина есть в наличии, и провакцинироваться. Это занимает максимум 30 минут времени. До речи, з огляду на те, що ми від сьогодні у жовтій зоні карантину, але все ж таки рішенням Кабінету міністрів більш жорсткі умови перебування у навіть у жовтій зоні є, як ви вважаєте, чи збільшиться кількість тих, хто кого спонукає це рішення вакцинуватися, так, хоча б однією дозою, хоча зменшили термін дії жовтого сертифікату від 120 до 30 днів, і, ну, принаймні, це спонукатиме вже і другу дозу зробити. Мені все-таки дуже хочеться надіятися, що бажання вакцинуватися буде з'являтися у людей не в зв'язку з якимись запретами, не в зв'язку з якимись ограниченнями, а в зв'язку з розширенням їх кругозора, мироощущения и понимания той ситуации, что это просто необходимо. То есть если мы говорим о том, что мы цивилизованная страна, если мы говорим о том, что мы цивилизованный город, то мы должны жить и по цивилизованным законам. На сегодняшний день нету другой возможности защитить себя. Нету. То есть мы должны или вводить жесткие локдауны, жесткие правила, или же мы должны все понять, что мы все вместе, у нас общая цель, и мы должны как быстрее справиться с вот этой напряженной эпидемиологической ситуацией, прийти провакцинироваться и жить спокойно. Ну, ви знаєте, мені ось тут, здається, буде дуже вагомим аргументом, так, кількість виявлених хворих на COVID-19 останнім часом в нашій області, у місті, так, вона зменшилася. Але ж показники смертності, вони залишаються, ну, доволі високими. За добу, принаймні минулу добу, померло 23 людини від ускладнень, пов'язаних з COVID-19. І, ну, самі медики говорять про те, що це люди не вакциновані. Це ось так б'є. Ну, зараз за замовчуванням 90... говорять про те, що, ну, лютує у нас штам Дельта. І вже доведено, що він набагато складніший у своєму протіканні, ніж там звичайний коронавірус. Це воно. Все может быть. Смотрите, как бы для того, чтобы определить, какой штамм у нас на сегодняшний день, для этого проводятся эпидемиологические исследования. Эпидемиологи, да, действительно сказали, что вирус Дельта есть. А дальше уже просто происходит моделирование ситуации. Мы понимаем, что если он у нас есть, то все-таки большинство людей, которые болеют, они болеют именно этим штаммом. Но в лечении, в каких-то там рекомендациях, в профилактических мерах это абсолютно никак не отражается, mm-hmm. никак не меняется, потому что остаются все те правила, которые характерны, ну, для самого первого, для самого простого вируса, с которым мы встретились сколько уже, 2 года назад. Так, рік вакцинація йде, і 2 роки тому було виявлено цей вірус. 2,5 навіть осінню, так. Да. Страшне. І ось тут варто сказати, що помирають у більшості своїй 98% тих, хто не проходив вакцинацію. Да, так воно і є. Так оно и есть. И в стационары попадает 95% людей, которые не были вакцинированы. Ну, страшно. Ось це аргумент, як на мене. Конечно же. Ну, это нужно уже понимать, и нужно уже идти, и не ждать, пока это коснется там твоих друзей, твоей семьи, каких-то близких людей. То есть, если ты не вакцинирован, надо идти вакцинироваться. Добре. А давайте поговоримо про
ревакцинацію, третю дозу вакцини, яку наразі почали активно впроваджувати для людей 65+ у Сполучених Штатах Америки. Про це доволі активно говорять зараз і у Великій Британії, і у Франції, і у Німеччині. Тобто ця третя доза, вона має бути must have. І я б хотів ревакцинуватися. Але у нас якось, ну, поки чіткої картини на рівні Міністерства охорони здоров'я, ну, наскільки я розумію, немає. Що ви знаєте з цього приводу? І коли людина хоче самостійно, свідомо зробити собі третю дозу вакцини, чи потрібно, перше питання буде, чи потрібна буде друга доза вакцини? І чи і коли це можна зробити? Ну, вот мы всегда опираемся на рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Для нас это тот регулирующий орган, который анализирует ту ситуацию, которая есть на сегодняшний день, и дает какие-то определенные советы. То есть, когда начали говорить о третьей дозе, когда уже все поняли, да, что и даже после вакцинации иммунитет, к сожалению, не стойкий. То есть, скорее всего, придется вводить третью дозу. И вот те научные исследования, которые были проведены, они показали, что да, третья доза, скорее всего, нужна. И мы видим страны, такие, допустим, как Израиль, такие, как Америка, они начали вакцинировать своих людей третьей дозой, и она уже там обязательна. Что сказала Всемирная организация здравоохранения? Она сказала очень так расплывчато. Она сказала, да, скорее всего, третья доза нужна. Но в первую очередь мы должны защитить большинство. То есть как только... То есть мы все время помним, что у нас даже на сегодняшний день в мире, в глобальном масштабе, есть нехватка вакцины. То есть мы должны защитить вначале большинство, хотя бы минимально, то есть это имеется в виду первая и вторая доза, а только после этого официально вводить третью дозу. То есть теперь наше министерство, я так понимаю, тоже ждет и разрешения, и рекомендации Всемирной организации здравоохранения, то есть мы должны обезопасить большую часть населения хотя бы двумя дозами, только после этого переходить к третьей дозе. Ну, це в Україні може завжди, з огляду на те, як розвивається ситуація у цьому напрямку, ніколи не статися, з огляду на те, як у нас люди йдуть хоча б першу дозу отримати від коронавірусу, так, а у більшості своїй після цього забувають зробити другу і так далі. А чи є якісь певні протипоказання для тих, хто, наприклад, вакцинувався і принаймні там півроку після другого щеплення минуло, як мінімум, чи може він прийти і зробити собі третю дозу вакцини? На сьогоднішній день, учитывая то, що нету рекомендації нашого Міністерства охорони здоров'я, ми не можемо делать третю дозу. Тобто у нас в протоколі... которые в протоколе внесения эпизодов про вакцинацию есть только первая доза и вторая доза. То есть третью юридически мы не имеем права сделать. Поэтому ждем рекомендаций. Возможно, ну, у нас уже около 40% приблизительно население Украины, мне так кажется, уже вакцинировалось по последним данным. То есть еще немножечко, и потом будут рекомендации. Боже, мы целый рік вакцинували трохи менше 40%. Ще потрібно як мінімум 35%, так? Ви помните, какие были разговоры в начале? Боже, это ж когда мы всех вакцинируем, вот столько желающих, столько же... А вот сейчас где эти все желающие? Так. Где все желают? Вакцина есть, приходите, вакцинируйтесь. Когда они там становились в какие-то очереди, и очередь на 3 года вперед была, не знаю, эти эфемерные очереди. Где люди? Мы можем вакцинировать. У нас есть такая возможность, у нас есть вакцина людей. Желающих немає. Не всегда хватает. Сподіватимемо, що все ж таки когось надумаємо все прийти і зробити щеплення задля власної безпеки і безпеки оточуючих. Давайте про вакцинацію від грипа. Вакцина на сьогоднішній день в Одесі є. І як це можна зробити? Зрозуміло, що вони будуть вже платні. І це виходить із бажання людини. Так, давайте нагадаємо.
Коли можна робити щеплення від грипу, якщо ти ось, наприклад, вчора вакцинувався від коронавірусу? По рекомендаціям Міністерства охраны здоровья Украины, мы можем проводить вакцинацию от гриппа и от ковида практически одновременно. То есть это, ну, можно сказать, схожие вирусы, да, это группа острых респираторных вирусов, вернее, это группа респираторных инфекций, которая вызывает острую респираторную болезнь. Поэтому мы можем эти вакцины делать одновременно. Исследования показали абсолютную безопасность. То есть одна вакцина не ухудшает течение другой вакцины, каких-то там дополнительных поствакцинальных реакций не появляется. И поэтому сейчас, особенно когда есть эпидемия и коронавирусной болезни, и гриппа, мы можем вакцинировать этих людей. Насколько мне известно, вакцина есть сейчас в аптеках. Поэтому можно, как вариант, прийти в аптеку, приобрести вакцину, соблюдая холодовой режим, прийти к своему семейному доктору или провакцинироваться. Например, в нашем центре мы тоже оказываем такую услугу, мы закупили вакцину, поэтому любой желающий может к нам прийти, мы можем его провакцинировать. Это, ну, у нас тоже как бы платная услуга, то есть пациент платит за вакцину. Так, не безумно. За вакцинацию как таковую, а оплачивает стоимость вакцины. Кроме того, у нас появилась такая идея, что и в центрах массовой вакцинации мы можем тоже делать, параллельно вакцинировать и от ковида, и от гриппа. Поэтому те желающие, которые, вот на этой неделе мы работаем в Сити-центре, те желающие, которые выявят желание провакцинироваться и от ковида, и от гриппа, могут прийти в Сити-центр и провакцинироваться. Если они уже провакцинировались от ковида, от гриппа еще нет, пожалуйста, приходите, вы сможете получить вакцину. А что стосується самих препаратів, якими щеплять від грипу? Там, наскільки я знаю, ну їх же дуже багато, там і двовекторні якісь, і три. Розкажіть, у чому різниця і який препарат кращий? Ну, є препарати, як ми говоримо, їх двохвалентні і трьохвалентні. Тобто двохкомпонентний захищає від двох видів грипу, трьохкомпонентний – від трьох основних видів грипу. На сьогоднішній день даже в достаточном количестве, насколько мне известно, есть вакцина трехкомпонентная, поэтому, пожалуйста, я, ну, не буду называть фирму производителя, они есть разных производителей, поэтому можно прийти, можно получить информацию у своего семейного врача конкретно, вот, которая касается каждого пациента, и провакцинироваться. Добре. А взагалі, як ситуація із сезонними захворюваннями у нас на сьогоднішній день? Чи відчули ви у вашому центрі, наприклад, збільшення пацієнтів, які приходять з вами до вас з грипом або ОРВІ? Ну, вот я б сказала, що сейчас, вот на протяжении последнего місяця, у нас так вот стабільно високий уровень заболіваємості острих респіраторних заболівань. Тому що був пік. Потом одно время мы немножечко стабилизировались. Я не могу сказать, что сейчас есть спад. То есть мы находимся на таком вот как бы плато, да? То есть у нас стабильно высокий уровень заболеваемости. Мы сейчас делаем, да, тесты на COVID, мы можем сделать тесты на грипп, и мы смотрим, исключаем одно или другое, но хочу сказать, что даже не всегда это важно, потому что заболевание имеет очень похожую симптоматику. Так. Очень похожую симптоматику, поэтому лечение практически точно так же достаточно похоже. Все зависит от тяжести течения. Мы ведем или амбулаторно пациента, или же рекомендуем ему госпитализацию. Единственное, что пациенты, у которых острое заболевание связано с ковидом и течение тяжелое, они очень часто требуют кислородной поддержки, это действительно так. Те пациенты, у которых причиной был грипп, тоже переносят, бывает, что тяжело, требуют госпитализации, но кислородной поддержки не всегда. Найголовніше, як на мене, одночасна хвороба і ковідом, і грипом можлива.
Конечно же. І очень, ну, я не можу сказати, що часто, але так буває. Мені здається, це такий вбивчий удар по організму. І іноді буває, що у нас чоловік переболів ковідом, виписався із стаціонара і десь по дорозі підхватив грип. І опять, кажется, нова хвиля ковіда, але вже тести у нього отрицательні, значить, скоріше всього, це грип. Тобто це дуже схоже заболівання. Поэтому особенно те люди, которые подвержены сезонным заболеваниям, они обязательно должны быть провакцинированы как минимум от вот этих вот двух видов инфекционных заболеваний – грипп и ковид. А еще в идеале пневмококковая инфекция. Так, це збудник… Пневмонии. Пневмонии. Да, тяжелых видов пневмонии, которые очень часто тоже приводят к смертельным случаям. И если мы говорим вот о таких вот сезонных заболеваниях, то, наверное, ковид, грипп и пневмококковая инфекция – это вот те три основных вида вакцины, которые, ну, каждый из нас должен сделать. І ось у ці три види вакцин у нас на сьогоднішній день в Одесі також є. Да, ну, да. Грип є, ми зрозуміли. Ковід безплатний, грип це не входить в календар профілактичних вакцин, утверджений МОЗ, тому це платна вакцина, і пневмококова інфекція теж платна вакцина. Тобто пацієнти покупають в аптеці самостійно, приходять до своєму сімейному врачу, і ми їх вакцинуємо. Ну, зрозуміло, що ті, хто не боїться коронавірусної інфекції, це безсмертні люди, як на мене, і вважають себе саме такими. А ті, хто лікується або профілактику собі якусь із народної медицини створює, наприклад, там величезна кількість чеснику, лук, цибулі і горілочки, ну ось, і так далі. А інколи і все разом, розумієте? Це панацея? Це врятує? Ну, знаєте, є, от коли ми проводимо клінічні дослідження, у нас є таке, як оцінюється ефективність препарата? Тобто ефективність препарата сравнивают с плацебо, то есть пустышка. Да? И вот когда даешь, есть такой как бы феномен или эффект плацебо, вот те, кто хоть иногда читал какие-то там результаты клинических исследований, он знает, что есть такой эффект плацебо. Так если... И вот во многих случаях эффект плацебо, он уже эффективен в лечении какого-либо заболевания. То есть это наша психосоматика, это ну, наши какие-то психологические настрои, легкое течение заболевания, плюс плацебо, и фактически человек здоров. Так вот, если препарат всегда сравнивают не просто как эффективность препарата, обязательно нужно сравнить с плацебо, то есть с пустышкой. И если препарат эффективнее плацебо хотя бы на 40%, мы говорим, что да, это действительно эффективный препарат. Так вот, во многих случаях чеснок, имбирь, лимон, мед, вот это все очень хорошо, потому что оно, ну, работает фактически как эффект плацебо, даже немножечко больше. Потому что если мы говорим там о мед, имбирь, чай, это как минимум вкусно. Так, если мы говорим о чесноке, луке, ну, как минимум дистанцию будут люди соблюдать, это тоже сработает в какой-то степени. Поэтому, понимаете, вот в борьбе с вирусными инфекциями, ну, наверное, все средства хороши. Поэтому то, что безопасно, то, что, ну, как минимум, вкусно, обязательно мы можем это использовать, почему бы и нет. Но мы не должны забывать о таких доказанных, эффективных методах и профилактики, и лечения. И если вдруг возникает вопрос лук, чеснок или вакцина, то, наверное, вакцина. Если мы говорим о том, что мы цивилизованные люди. Так. Що мають ще знати цивілізовані люди, які слухають наші проекти, дивляться його запис по телебаченню? Що б ви сказали ще?
Что они должны знать, что ваше здоровье, здоровье каждого человека в его руках. И мы можем надеяться на звезды, мы можем надеяться на Бога, мы можем надеяться на друга, на кого угодно. Но мы должны понимать, что решение всегда принимать нам. И очень важно, чтобы наши решения, наш выбор всегда был обоснован доказаними методами, доказаними эффективными методами. І саме такі медики Одеси володіють. Тож, друзі, не зволікайте, принаймні, як мінімум, від страшної хвороби, коронавірусної інфекції. Вакцина має бути, ну, must have просто у вашому житті. Ви ж бачите, як розвивається ситуація із цією недугою. І поки що повністю її знищити на сьогоднішній день не виходить. Але ж все в наших руках, і ми самостійно зможемо убезпечити себе і тих, хто нас оточує. Правильно ж? Да. Дякую вам, що знайшли час сьогодні прийти до нас поспілкуватися. Друзі, сьогодні говорили про новий штам Омікрон, як убезпечити себе від коронавірусу, грипу і інших інфекцій. Спілкувався я про це з директоркою Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Оленою Колоденко. Ну, а це був проєкт «Код доступу». Будьте здорові! З вами був Олександр Філеєв. Залишайтесь на 102.7. Почуємось!